Я уже себе на завтрак сделала гренки и где-то еще мой кофе сейчас его найду. Пока сливочное масло на гренках будет таять, я пойду с Григорием русский проверим. Мы уже начали с ним делать, там уже у них пошли транскрипции. Так что он сейчас все учит. Так, я сейчас буду готовить обед. Для начала смешаю весь фаршик. И я ставлю его на макароны по-флотски и на тюфтельки хочу приготовить. Так, я смешала здесь куриный и свино-говяжий фарш. Сейчас будем резать лук, обжаривать лук с чесноком и потом добавлять фаршик. Так, лучок обжаривается вместе с чесночком. Так, вот моя подлива. Здесь у меня сметана, томатная паста. Лук, фарш, чеснок, соль, перец. Здесь у меня макароны барилла, такие вот перышками варятся. И потом все это смешаем, и все, будет готово. Обед готов. Так, ну что, все, ура, я все смешала, все готово. Посмотрите, как все красиво блестит. Вот теперь все это немножко подостынет, и будем на обед кушать. Я еще сделаю салатик. Так, все, стирку заложила, здесь еще светлое отделила, что стирать, так что ждем часик. Так, а мы работаем, да, мама? Папуля пошел передохнуть. Ты пойдешь спать? Пока здесь не хочу, ты знаешь. Не хочешь? Сегодня не хочу. Так, что мы, салатик, да? Сейчас будем делать салат. Где тут наши помидоры и огурцы? Давай, где-то у нас еще красный лук там есть. Вот он. Так что сейчас салат, ты перчик, да, еще вырвала? Ну, он красный. А он перчик. Прям покраснел, да? Угу. Ага, да. Я терплю даже имя. Так покажи, что тебе там задали-то читать. Короче, Русь, там отрывок. Выразительное чтение, да? Да, да, сделаю. Решуля, складывай, пожалуйста, портфель, хорошо? Я сейчас приду это. Наложу тебе покушать, придешь покушать, понял? Ага. И вот эту надо, главное, не забыть папку же для трудов. Я же ее вот подписала. Понял? Угу. Гриш, давай все складывай. Все, ты готов? Да. Давай. Почти. Я тебе помогу. Еще пару слежков. Не, ну. Я все освободила. Давай. Давай. Только вот здесь капюшон. Все, эту папку ты взял для трудов, да? Все, ты же ее там и оставь, сын. Только этот клей, по-моему, карандаш, я тебе забыла туда его купить. Но... А карандаш у меня? Нет, клей, карандаш. Ну, сегодня же пластилин, поэтому тогда в следующий раз на следующие труды положим, хорошо? Ага. Все, Григорий пошел в школу с папкой для трудов. Пока! Еду обратно, уже капает дождик. Только обещали, что не будет дождя сегодня, что только вчера один день. Но поутру сразу было видно. Поэтому, гляньте, какие тучи. Вот как не будет дождя, да? С такими тучами. Здесь уже подсолнечник убрали у нас, одни палки торчат. Кукуруза пока еще ждет. Так, ну что, я сегодня сама обедаю. Мама пошла отдыхать. Папа уже покушал. Так что теперь моя очередь. Папа уже покушал, когда проснулся. Поэтому Григорий тоже пообедал. А Сержуля не приедет на обед. Так что я сегодня одна. Буду кушать свои макароны. Вот чем мне нравится барилла, тем, что она вообще не разваривается. Вот, не, ну я думаю, что если минут там 20 ее поварить, то она, конечно, превратится в кашу. Ну, блин, это так вкусно. И салатик. Сейчас буду обедать. Так, вот моя огромная порция макарон и салат с красным перчиком. Очень вкусный. Все, я еду за Гришкой. Уже уроки закончились, без 10-4 у них заканчиваются. Блин, у меня тут новые волосы. Такие смешные. Вот, Гришка, все равно горло у него побаливает, но все нормально, я думаю, что все, звонит Григорий.
Ну как ты там? Хай! Уже 6 пятерок, это у единственного, у меня только 6 пятерок. Так что, правда, 3 прям? Да. А за что, почем? По этой, по математике, по технологии по и трудам, по... Да? Ну, технология это труд. И по чтению уже. Ты читал сегодня? 5. Ну и как? Нормально сказали, хорошо. Да? Не зря мы дома тренировались, да? Некоторые говорят, что 10 раз читали, а они там... Гришуль, я поехала на собрание, на твое. Гриша тут в Sims играет, что там у тебя? Блин, вот это я совершил мировую ошибку. Мировую? Надо было это купить Sims 4. Да? Да. Не Sims 3. Ну тебе не нравится она, что ли? Нет, тут можно менять части. Угу. Как-то. Ты можешь? Ну, не знаю, узнаю. Нет, ну там, видишь, все части вот эти, которые нарисованы на коробке, все это тут должно быть. Угу. Ну, надо узнать, цена почитать внимательно. И здесь, прикинь, это. Есть, смотри. Вот, например, есть, видишь, вот эти вот. Они, это, ты когда все загружается, тебе там внизу пишется, например... Найти прилавку, ты на нее нажимаешь, у тебя как звездочка появляется, и ты вот эти вот зарабатываешь. Mm-hmm. Вроде как. Я сейчас попробую. Ну давай, сынулечка, я поехала. Бабушка с дедушкой на улице, понял? Ага. Так, ну что, я уже дома. Послушала этот концерт по заявкам. Это было перед выборами собрания, поэтому... Блин, было даже смешно иногда. Я, конечно, не могу выступать перед большой аудиторией, никогда этого не делала, ну, один на один с этой аудиторией, но некоторые говорили такое, честно, вот это был капец. Ужас. Вот, в общем, а мне захотелось, я потом заехала в Магнит, нужно там и корм коту было купить, и сметану, творога мне захотелось, еще мне захотелось вот такой вот штуки, ну, не именно вот этой, а в смысле бич-пакета. Сейчас будем заваривать Сержуни. Вот такой он, оказывается, здесь круглый был бич-пакет, соус. Класть надо потом, а здесь вот эти два пакетика сразу. Зай, ну ты не говори, что типа это тебе захотелось. Это скажи, что зарабатывать. Нечего есть, 13 рублей. 13 рублей, ну там с копейками 14, да. В общем. Это как полезно, это же жидкое, Да, это ж... Только интересно знать, если это... Это же не сухомятка, это, да? Типа по цвету упаковка должна стоить 5 рублей. То есть рента 30% это от 10, это еще 3 рубля. То есть лапша стоит 7 рублей, все. Да. Мы будем повторять стишок, Афонечка? Да. Давай, громко. На радость нам... Ровненько ручки. Наш край цветет. Хороший здесь народ живет. Природу Кубани беречь мы должны. И помнить преданье седой старины. Седой старины. Говори. Все? Так, а сам? Умеешь сам? Давай сам. Мама, ну, ты мне помогу. А так, молодец, нам катана. Ну, рассказывай, наша Таня. На катана. Они не макелеку. Ты катана. Да, ты я достану. Ты достанешь мячик? Или папа достанет? Нет, папа делал. Папа делал? Так, посуду перемыла, на кухне все так вот поубирала. Даже появилось настроение накрасить ногти. Та-дам! Мне очень нравится этот лак. Нет, на самом деле вообще мало лака. Вот моя шкатулка с Икеа. Такая металлическая. И накрасила я вот этим берликовским.
такой он мне очень нравится. Уже как раз осень. Можно вот такой вот использовать. И вот это вот от Avon сушка спрей. Мне тоже очень нравится. Реально все очень-очень быстро высыхает. И очень хорошо, в общем. Поэтому теперь все сюда. Мое богатство. А мы спать идем. Сколько там у нас время? Уже дети пошли спать. 22:04. Выключаем Павла Волю. До свидания. Идем спать. Как всегда, нужно поставить телефон на зарядку. Пап, ты где?